Привет, Хэн. Блядь, хотел сказать привет, ублюдки в Ютубе, да, которые меня хейтят. И всем моим добрым в Инстаграме и любимым в Телеграме. Всем вам привет. На самом деле, самый простой и вкусный сыр делать очень легко своими руками дома. Как обычно, загнул, блядь, на минуту. Хотел видео на минуту, а получилось на 28. Поэтому покороче. Сегодня готовим сыр маскарпоне дома без коровы. О, смотри, как пошло. Это видно? Это было видно? Господи боже. А здесь еще чье-то лицо. Меня радует, что сливки Petmol натуральные и не сворачиваются при нагревании. А крем-супы с ними получаются особенно нежными и сливочными. Катерина Гурме. Я тебя, Катерина, отмечу. Потому что при нагревании, возможно, они сворачиваются, да? Катерина. Но они уже свернулись. Только вылил. Возможно, вы фудблогер очень классный, но сливочки надо-то проверить. Так как я готовлю сыр, ничего страшного. На самом деле это... Не могу сказать, что плохо, потому что, естественно, выделяется жир, который, вот, видите, поднимается наверх, это обуславливается. Просто если ты уже так написала, то нужно 100% быть уверенным в этом продукте. Катерина, 5 баллов. Как скажет любая женщина, лучше меня так, блядь, прокатали, да? Или что-то в этом духе. Ладно, с бачком ничего страшного, рынок Драгомиловский подсовывают даже мне говнецо. Ну ничего, я с ними разберусь. Разрезаем. Обязательно, когда выжеваете лимон, чтобы он прям всю форму, стол, все забрызгал нахрен. Обязательно сними, как будто я в спортзал хожу, сильный, все выжал прям до капли. Отлично. Надеюсь, это вырежешь. Ни для кого не секрет, да, что у поваров, естественно, раковина и не попал. Это раковина. Моя только убралась полчаса назад. Она будет счастлива просто. Не переживайте, хейтеры, до развода дело не дойдет. Я все улажу, цветы едут. Как только начинает кипеть, засеките таймер. Вам не нужно помешивать. Наша задача, чтобы творог вот так схватился хлопьями. Видите? 30 секунд. Этого достаточно. То есть, грубо говоря, у вас маскарпоне приготовится за 30 секунд. Напишите в комментариях обязательно, из чего сделано это бумажное полотенце, которое не размокает. Потому что я так и не понял. Повара на кухне им вытирают руки. Оно горит, как моя жопа в комментариях Ютуба. Ребят, прошло 2 часа. Маскарпоне наш готов. Здесь есть сыворотка. Кто с бадуна может сербануть? Маскарпоне. Лист базилика настолько преобразил полностью этот сыр. Повторяйте, это классный сыр, очень простой, по себестоимости ниже, чем вы купите на рынке. Приятного аппетита!